Какое-то время назад, год назад, может, больше, я хвалил ванны первой марки, ну, за то, что вроде неплохие ванны, цена приемлемая, в Казани их производят. Но чем дальше, тем хуже. Может быть, когда я на тот момент, когда я их хвалил, я еще не видел ровных ванн с правильной геометрией, не которые идут дугой, кривые, вот именно борта. Вот. Но вот эта ванна пикала капелькой в наших маленьких санузлах. Ну, она все чаще и чаще у меня встречается, потому что она единственная, которая за приемлемые деньги сюда лезет. Да и то ее приходится вот подрезать. Ну, короче, ванны первая марка, говно полное. За последние, да, все разы, которые вот ставил я первую марку, я на канале у меня есть видео, где завершенные объекты с этой ванной. Это у меня то ли пятый, то ли шестой объект с такой ванной. Вот. Ну и значит, помимо этой ванны у меня был в январе опыт установки ванны Classic размером 1,20 м. 1,20 м, маленькая ванна, блядь, тоже дугой идет. Борта, углы завалены, то есть центр выше, чем углы. Вот, ну и здесь вот я сейчас покажу. Вот видите, как она идет дугой. Ну, короче, чтоб вам было понятно, значит, я обычно ванны сажу на правило. На стандартный крепеж от ванны я их не ставлю. Надо на правило их делать. Вот смотрите, вот метка. Это значит вот этот угол. Вот он. Обращаю внимание, где идет лазерный луч. Выше этой метки. Вот метки. Это получается вот этот угол. Лазерный луч идет ниже. И вот угол крайний. Получается, между вот этим углом, между, короче, крайними углами и центральным углом, ну, порядка сантиметра. Сантиметр, ребята. Вот. И при этом, видите, она идет дугой, а середина этой стороны, она еще выше, чем даже тот центральный угол. Я ничего не могу плохого сказать по поводу их вот именно покрытия вот этого, да, потому что у меня у самого было, ну, короче, в моем опыте было две ванны первая марка, прямоугольные, нормальные, у них покрытия акриловые, как бы нормально, но геометрия — это полная жопа. Вот. Если вот смотрите, если вот почему я сейчас именно записываю видео на пятый раз, да, когда или пятый или шестой раз, когда я ставлю такую ванну пикало. Если до этого, когда я делал вот эти вот метки, у меня хотя бы они были плюс-минус в уровне, то есть я лазером стреляю, да, она идет дугой, но как бы вам сказать-то, они попадают на лазер. То есть вот эта дуга, она или небольшая идет, либо она идет такая, что как бы вот углы остаются на одном уровне. А здесь получается, что вот крайние углы на одной плоскости, центральный угол на другой плоскости, а середина сторон, она вообще в другом месте. Вот. Сейчас буду как-то тут прицеливаться, правила выставлять, чтобы посадить их на правило, эту ванну аккуратно. Вот. Но первую марку не берите больше. Сейчас вот если найду я эту хренотень, значок первой марки, я вам покажу. Значка я не нашел. Ну вот,
Экран от нее, панель Piccolo, 150 на 75 левая. А Piccolo это у нас первая марка. Панель, вот дуга от нее, тоже Piccolo. В общем, первая марка это. Больше рекомендовать не буду. Я, конечно, соглашусь с тем, что цены, блин, самые адекватные. Но, знаете, на сегодняшний день, ну, ситуация такая, что действительно, если уж за эту цену вот эта ванна с экраном, с дугой вышла в тридцатку. Экран, дуга, ванна и ножки под нее. Вот все вот это, то ли 29, то ли там 30 даже, или даже больше 30. Ну вот если смотрите, за 30 тысяч получаете такое говно с плохой геометрией. Я ничего не скажу, я сейчас сделаю все так, что будет нормально, клиенты будут пользоваться. И никаких изъянов видеть не будут. Я надеюсь. Вот, ну потому что Цау не первый раз ее приходится подгонять, подпиливать плитку. Вот, но смотрите, за 30 тысяч вы получаете изделие довольно-таки плохой геометрии. Вот. Стрёмной геометрии получаете изделие. Ну, значит, что? Ну, значит, вот такие цены, что надо смотреть тогда уже не за 30 тысяч, а дороже что-то искать. Вот. Как-то так.